Что такое многолетние намины? Это огромная мозоль, гигантская, заполненная гноем, струпьями, которая росла у него очень много лет. На этом очень больно ходить. Это хирургическим путем, скорее всего, нужно будет как-то исправлять. Туда забивается инфекция, это все воспаляется. Это от того, что у него не было подстилки никакой всю жизнь. Спокойно. На этой лапе то же самое. И они не плавали вообще в принципе никогда оба.